Здравствуйте, меня зовут Кулясов Григорий Валерьевич, я врач-ортопед высшей квалификационной категории клиники ОАО «Медицина». В нашей клинике я занимаюсь реабилитацией пациентов с различной функциональной патологией полости рта, а также заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава. Тяжесть или нагруженность жевательных мышц, щелчки, хруст при жевании или открывании рта – а при запущенных состояниях ограничения открывания рта и даже блокирования или заклинивания сустава при движении нижней челюсти. О наличии проблем в височно-нижнечелюстном суставе могут заставить задуматься следующие признаки. Головная боль, боль и шум в ушах, стискивание и скрежетание зубами. Причинами таких состояний, как правило, является неправильный прикус, как врожденный, так и приобретенный, вызванный утратой зубов, несвоевременным или неграмотным протезированием. Как быть, если проблема дисфункции челюстного сустава стала частью вашей жизни? В нашей клинике разработана комплексная программа диагностики пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, аномалиями положения как отдельных зубов, так и зубных рядов. В этот комплекс диагностических мероприятий, помимо распространенных обследований, таких как рентгенологическое обследование и компьютерная томография, входит двухэтапное анкетирование пациентов, направленное на выявление общесоматического статуса, а также влияние стоматологического здоровья на качество жизни. Следующим этапом является проведение фотометрии, как самого пациента, так и его моделей, направленная на оценку лицевых параметров, анализ соотношения челюстей, положение зубов, наличие стираемости, дефектов как зубов, так и зубных рядов. Также фотометрия позволяет протоколировать и отслеживать результаты проводимого лечения. Одним из важнейших диагностических этапов является получение слепков и изготовление моделей. Полученные модели челюстей пациента загипсовываются в специальный прибор – артикулятор. Он позволяет максимально точно воспроизвести положение верхней челюсти относительно лицевого скелета данного пациента, а также дает возможность имитировать движение нижней челюсти. Следующим этапом является пальпация, собственно, мышц, напрямую или косвенно участвующих в жевании. Основная цель данного этапа – выявление различий в состоянии одноименных мышц у пациента с обеих сторон. Кандилография – это метод инструментальной диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при котором в результате движения нижней челюсти происходит графическая запись суставного пути относительно шарнирной оси центра головки сустава. Получив данные кандилографии, мы можем настроить артикулятор для каждого пациента по его индивидуальным параметрам, которые у каждого человека имеют свои значения, а именно спланировать и рассчитать такие важные показатели, как окклюзионная плоскость, угол дезокклюзии и наклон каждого бугра у зубов. После записи движения нижней челюсти и нахождения истинной шарнирной оси вращения нижней челюсти приклеиваем специальные метки на кожу пациента и переходим к заключительному этапу. Телерентгенограмма – это получение рентгенограммы в прямой и боковой проекции. После этого данные вводятся в специальную программу, в которой осуществляется анализ костных структур лицевого скелета, соотношение челюстей и зубных рядов, а также контура мягких тканей. Цефалометрический анализ производится по стандартизированной методике, что позволяет с большей точностью планировать лечение. Таким образом, мы получаем полную картину состояния зубочелюстной системы пациента. Данный комплекс диагностических мероприятий, включая кандилографию, является золотым стандартом обследования пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Полученные в ходе исследования индивидуальные скелетные характеристики пациента врач использует не только для постановки точного диагноза или дифференциальной диагностики, но и для дальнейшего протезирования и реабилитации пациента. Планирование и реабилитация пациентов по его индивидуальным параметрам позволяет врачу-ортопеду максимально точно и грамотно сделать свою работу. Приглашаем вас в нашу клинику.